Salam hər kəsin axşamı xeyir olsun. Hazırda axşamdır. Saat 10-un yarısıdır. Ona qalıb daha doğrusu. 13-cü bölüm qaldığımız yerdən bölümümüzə davam edək. Oy, yəni mənim bəki. Okey. Prototip. Biraz fon verim səsək. Necəsiz əzizlərim? Salamatçılıqla yaxşısınız? Həmişə Allahın izni ilə yaxşı olu. Növbəti missiyamızı gedək keçək. Görək sabrına bizə sabrına qalıb idi nədir? Görək bizə nədir? Maşinlik oxşur üzündən. Nəysə? Operasiya Phoenix. Phoenix əməliyyatı. Так где эти вертолеты? У них есть несколько площадок вокруг красной зоны. Первая твоя цель – это перестроенный док на Истривер. Окей, подивара, подивара. Где тут она, боже? Tullandıq, tullanmağına. Okey, üstünə keçək. Выстроились как чертово домино. Salam. Necəsiz dostlar? Давай, бра. Окей, бра. Окей. Выполняйте задание, Бишоп. Окей. Прием. Окей. Слышишь меня? Они подняли несколько. Четвертый тут партата. И где они? В парке, на улицах. Они убивают всех. Пока они не уничтожили что-нибудь важное. Сделаю вид, что я этого не слышал. Этич. Эшенг. Авиа атмосферы бэз шейлер атылла. Эшенг. Этич, 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 этич. Ага, харта са. Сколько вообще? Рядом с вами находится слабый. Похоже, джекпот. Отправляю координаты. Уничтожите его. Уничтожите их возможность стереть Нью-Йорк с лица земли. Окей, дектич. Черт! Ракеты горят! Я пытаюсь их обезвредить, но... Они могут взорваться хоть сейчас! Всем отрядам, это Бишоп. Направить все силы сюда. Вопрос жизни и смерти. Ууу! Кошель. Умница. И с остальными вертолетами бы разобраться? Я тебе не собачка, мразь. Кошель. Иди на это вертолета. O vertolotlar ilə bir yerə şey zədlər, zəhər atdılar, virus yaymaq üçün. Ona görə onları məhv etmək lazımdır. Əkşək. Əkşək, bu da həll oldu. Getdik. Тоже мне провал. Провал был, когда тебя твоя мама родила. Ай, да. Перекол задал, а? Где гона? Опа. Перестаньте. Я помогла вам,
А потом помогла еще раз. Вы у меня в долгу. Так вот как, по-твоему? Все так и есть. И это еще не... Подойдите. Мен дисе чемерлендисин нөбөбүз сизмек чемерлендир. А, дисен билесин. Отсюда. Нафиг Мерсера. Лучше создадим нечто. Албыши бу Сабрина диргелим бурдан гедек. Мерсел рәт булсын да. Албыши бу Сабрина Мерселин адамды. Мерсел бу күчү гө көрсөтүш. Мерсел уже бытырсы азмас. Мыдыр бызгырдасан. Адам окшамыш сен эмен кедин. Идём к основному объекту. Объект в зоне поражения. Окей. Мага, блядь. Кидайки, ну оба ты миссиям за. Sür ey, ama oğlu sür. Kaçışa bakın. Yiha. Полковник, слышите? Райли, послушайте. У сержанта Джеймса Хеллера есть дочь, а Майя Элисон Хеллер находится под стражей. Она у нас? Нет, тут федералы в это дело свой нос засунули. Она у агента по имени Гричин. У меня доступа нет. Вот где она? Если б я знал, я бы посадил девку в угол, дал ей леденец и сидел, ждал, пока этот гад здесь объявит. Скажите, где она? Я все сделаю. Ничего не делайте. Я сам все устрою. Дана, это я. Слушай, я знаю, у кого Майя. Она у кретина по имени Гриффин. Он что-то типа правительственного агента. Великолепно. Ладно, Гриффин, сейчас я его поищу. Да, и я тоже. Вертолетан, похоже, он в той вертушке. Катапульта 3-3, путь свободен. Следуйте прежним курсом. Прием. Катапульта 3-3, это Red Crown. Доложите обстановку. Red Crown, скоро будем на месте. Еще пару минут. Прием. Катапульта 3-3, это Red Crown. Доложите обстановку по доставке вип-персоны. Прием. Красная корона, мы приземлились. Переводим вип-персону в убежище. Прием. Принято, 3-3. По прибытии ждите дальнейших указаний. Прием. Давай проглотим эту крошку. Мы ждем, потому что Мерсер так сказал. Я и не собираюсь. О, смотри, это песик учителя. Брось! Сейчас же! Заставь нас! Давай, Хеллер, впечатли нас! Хочешь, я тебя порешу? Red Crown, это Оскар 6 Лима на ноябре 1-9. Агента Гриффина похитили четверо зараженных солдат. Жду приказов. Прием. Командир Лоуренс, это Red Crown. Ваше задание — найти агента Гриффина. Прием. Red Crown, они уже сбежали. Они как чертовы обезьяны. Всем постам, это Red Crown. Четверо зараженных захватили вип-персону по имени Гриффин. Передаю изображение. При обнаружении доложить и освободить. Прием. Ну,
Джетти. Руки от меня! Вдвоем работать лучше, чем в одиночку! Сдавайся, Хеллер! Не позорься хотя бы! Бэткраун, это Вайпер 2. Мы видим четырех зараженных солдат. Они быстро движутся по красной зоне. Прием. Окей. Всем отрядам, все силы на Хеллера. Это ваше задание. Прием. Уже выполняем, Рэдкраун. Цель. Повторяю. Я заплачу. Убейте этого гада. Не подпускайте его к Гриффину. А, сейчас проведу. Три на одного, Хеллер. Это безнадежно. Добро. Ага. Мене мина хрестно, а? Вытащите меня отсюда! Помогите кто-нибудь! Ага, не забежит. Алла. Двое готовы. Ага. Рэдкраун! Чебра. Рэдкраун, я прошу помощи! На помощь! Рэдкраун, ответьте! Пожалуйста! Парчалин доларда, без интернета. Parçanın olanı mən də gedim görüm bu nə deyir. Хеллер, я знаю, где твоя дочь. Я могу тебя к ней провести. Ещё как можешь, грязный тупой ублюдок. Назовите имя. Пожалуйста, не выключайте свет. Я не буду кричать. Честное слово. Назовите имя. Амайя, Хеллер. Это Гриффин. Мне нужен транспорт для Амайи Хеллер. Нет, по распоряжению бюро. Доставить ее к доктору Карлсону. И готовить к операции. Ах ты кусок говна! Да я тебя на кусочки порву! Нужно досье на человека по имени Карсон. Работал с Гриффином. Сделаю все, что смогу. Но у них там все засекречено. А ты не можешь спросить у полковника Рукса? Ага, так и сделаю. Слушай, ты сейчас у себя? Надо спросить кое-что. Ага, заходи. Окей. Добро. Neyse uzaklaşa buradan çok varan daha belirmek istemiyorum. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Ала. Ала, сон. Сәхнәми төшминдә. Окей. Ала, ала. 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 Сора. Су гедек Дананын янына, Мерсерин бачысынын янына. Гедек жүрөй не дейр бизге? Что ты умеешь держать оборону. Да, в космос статья была. Дана, у меня к тебе просьба. Может, не совсем уместная, но... Слушай, ты должна выжить. Если я погибну, позаботься о Майе. Что? Джеймс, я бы никогда... Я даже не знаю, с чего начать. Больше некому. Ты? Мне некого просить. İrdana, əgər sənə bir şey xahiş etmək istəyirəm, əgər mənə deyir, nəsə olsa, mən yəni ölsəm, mən olmasam, xahiş edirəm səndən. Deyir, mən deyir, bunu başqa adama deyə bilmərəm, mən ən yaxın sənsən. Qızımı, Mayanı öz öhdəndən götürür, onu saxla da, yəni onu böyüt, mən nəsə olsa, əgər ölsəm, sağa qalmasam. O deyir, yox, bəs mən xahiş edirəm səni, ata. O deyir, ən yaxışda sənsən də. Держит Майю. Ладно, ты придумал, как ты это у него спросишь? Никаких больше просьб. Руксу конец. Ладно, передаю его координаты. Tullan burdan, gidin ora. Нет, ничего. Ага. Как вчера все прошло? Хорошо. А как моя малышка? Не знаю. Это от многого зависит. Может, еще полгода. Я знаю. Я тебя. Твою мать, Райли! Колокольчик бы надели! Простите. У меня идея. Вы знаете, где доктор Трей Карсон? Карсон работает в спецподразделении биооружия в Квантико. Ага. А что такое? Если найдем дочь Хеллера, его яйца у нас в руках. Реттлер 2 как-то упоминал доктора Карсона. Думаю, он связан с грехом. Хотите припугнуть Карсона? Вы представляете, что с вами сделают федералы? Вам сильно нужен Хеллер? Я вам сообщу результат. Привет, это я. Что, Рукс? Ты узнал, что хотел? У меня есть данные, да. Карсон на базе Черного Дозора, это недалеко. Отправляюсь туда. Ладно, удачи. Будь осторожен. Кац.
Окей, как-то... Давай, Кирора. Доктор Карсон, готовы как быть? Да, я почти готов. Уже заканчиваю собираться. Шемрак, транспорт для доктора Карсона прибудет по расписанию. Прием. Чересся она. Что за херь? Землетрясение? Охрана периметра. Выяснить причину беспорядков. Что там творится, черт возьми? Надо эвакуироваться! Эвакуироваться! Тошнат на голову. Gerek bura göre. Мы отведем Майю Келлер в лабораторию, агент Бортон. Получены сведения о нарушителе. Так точно. Место? Далеко от Нью-Йорка, слава богу. Мы будем в двух вертушках. Сначала она, а я прямо за ней. Из Вашингтона мои рекомендации не сообщали? Ваш запрос на вивисекцию удовлетворен. Мы не узнаем, насколько она цена, пока ее не вскроем. Проклятые сволочи! Сволочи! Мы готовы вас забрать, но не сможем сесть, пока все не будет чисто. Прием. Вас понял! Будем надеяться, кто-нибудь спасет нас от кошмара, который тут творится. Точно. Конец связи. Схахчуля. Это, мать его, так кляп! Собраться и сосредоточить огонь! Доктор Карсон, говорит больница 2-1. Лучше спрячься где-нибудь, пока все не успокоится. Прием. Келя, алла, алла. Değil mi bir böyle? Алла! Конец тебе! Алла! Ниндзя! Алла! Идеально! Kavra. Kesildin, neceydi? Vuuu! Ah.
Алла, да. Алла. Джабра, цигар, дону башню тебе. Алла. Как это делается? Бариста 2-1, посадка запрещена. Зона кишит зараженными. Шемрок 4-2, мне приказано эвакуировать доктора Карсона и встретиться с транспортом Майи Хеллер. Очистить территорию. Алла. Алла, алла. 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 Вехи. Яхши, лана. Лана, это 4-2. Все зараженные мертвы. Доктор Карсон, говорит баллиста 2-1. Попробую вас вытащить. Идите на площадку. Чайно. Пилот, я готов к вылету. Мне нужно срочно добраться до Майи Хеллер. Прошу на борт, док. Нам пора. Нет на это времени. Алла, да, алла, сора. Почально. Что случилось, Хеллер? Тебя сейчас, кажется, удар хватит. Ага. Я тебя твоими же кишками придушу, придурок. Да, не понимаю, что Мерсер в тебе нашел. Болтай больше. Какой смысл сопротивляться? Ты же знаешь, мы тебя убьем. Ага, только наоборот. А. Что случилось? Мы же ничего не помешали, надеюсь. Я найду время тебя убить. Не бойся. Яла, яла, яла. Яла. Тупица! Дочь Хеллера неприкосновенна. Можно спросить, почему? Сэр. Во-первых, мне нужны ее генетические составляющие. Во-вторых, Хеллер должен видеть, что я с ней сделаю. Лично. Окей. Блять! Чеф не выхали, ратара. Алло, салам мамангулман. Мне бы такой налим. Райли, это Рукс. Отправляю вам координаты. Встречаемся там. У меня новые данные по Майи Хеллер. Уже в пути. Что?
Yazığın xəbəri yoxdur ki, daha şey bundan xəbəri var, bilir nə deyir. Райли, я здесь. Где вы? С тобой, сукин ты сын. Совсем тупым меня считаешь? Знаешь, приказы не выполняешь. Yoxa gedir, yoxa çıxırsan. Şey, verdiyimiz şey, istəyirlər yerinə yetirmirsən. Kim sənə şey edir? Kimə işləyirsən sən? Bu əsəbləşdi, özünə çevirdi. Borcu. Так вот откуда ты? Райли мёртв. Всё это время. Это был ты. Мне нужна только Майя и все. Уйди с дороги. Прошу. Силах на ней не сына. Ана. Дич. Пойдите, götürməliyəm. Кабра. Трая. Ала. Кошак. Кашты. Ууа! Демек, әзіз ләзілер, бұ бөлімізді де бұрда бітірек. Növbəti bölümünü görüşərik, özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında, hələlik.